Сегодня, в этот замечательный июльский день, Галина Павловна Ланшина отмечает юбилей мудрости. И о таком возрасте уже не стыдно сказать. 75, или, если быть точнее, 3 раза по 25. Галина Павловна родилась в суровом 41-м году. И тогда ее семье было не до шуток. Ведь она родилась пятым ребенком в большой семье, в которой будет еще 6 детей. Галя росла веселой и озорной и смышленной девочкой. Это помогло ей перенести нелегкие годы войны. В тяжелое послевоенное время, как все, в 16 пошла на работу на меланжевый комбинат города Барнаула. Началась взрослая жизнь. Замужество. Рождение дочери Тамары. Переезд на Украину. Но потянуло на родину. А тут встреча желанного и последнего мужа Геннадия Ивановича Ланшина, с которым счастливо живет до сей поры. Галина Павловна всегда была душой любой компании. И нельзя себе представить любой праздник без ее песен и дреных шуток. Потом жизнь забросила ее семью на Дальний Восток, как говорят, по зову сердца и партии. Но родные никогда не замечали этого расстояния. Она с легкостью птицы прилетала в родное гнездо. Да и у себя в Амурске славно и щедро встречала всех гостей. Только там родные по-настоящему поняли вкус черной и красной икры. Но с выходом на пенсию Галина Павловна снова вернулась на Алтай в Санниково к своей сестре Ниночке. А тут Санникова облюбовала дочь Тамара с мужем Анатолием. Особую любовь наша юбиляша вложила в воспитание внука Данила. Теперь он достойно защищает южные рубежи нашей Родины. Мы думаем, что сегодня на праздничном застолье Галина Павловна расскажет подробности всей своей славной жизни. Прекрасные редкие люди, вы как раз из таких очень редких людей. Поздравление это от тех, кто вас ценит и любит. Мы пришли вас поздравить в большой юбилей. Меняются привычки и пристрастия, но остаются верными друзья. И наша дружба – это просто счастье. Вы всех родней и ближе для меня. Пусть голова уже седа, но взгляд по-прежнему сияет, душа бодра и молода, и сердце также замирает. От добрых слов родных, друзей, от пожеланий их прекрасных, пусть в этот славный юбилей в душе погода будет ясной. И пусть улыбок яркий свет, что льется здесь с такой любовью, подарит много зим и лет и очень крепкого здоровья. Желаю счастья и добра. Сегодня, без сомнения, поют лишь только соловьи в чудесный день рождения. Это поздравление звучит для вас, Галина Павловна, от родных и близких, мужа, дочери, сестер, племянников, внуков и подруг. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности наши, как прежде, верны. А сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищ и друг. А там, где когда-то влюбленными шли деревья, теперь подросли. А годы летят, наши годы, как птицы, летят.
некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними выходим навстречу ветрам, вовек не состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад. Любви.